Всем привет, это Грани 3. Сегодня я бы хотел бы пройти Present 1 с этим модом. Я хочу пройти все Present этим модом. Вот все Present пройти хочу. Сейчас у нас первый презент. Тогда мы проходили... У нас будет неоднозначное прохождение. Ждем. Кого мы ждем, не знаю. Короче, сейчас главное условие нужно убивать. Сейчас нужно убивать. У нас есть педло ключ, получается, там. Бабка идет. Одна. Хорошо. Дед спал. Прекрасно. Куда-то вниз, дед? Нет. Дед в ванную пошел. Идеально, я считаю, все сделано. Нам нужно эту вазу сбивать по-любому. Я только не знаю зачем, но по-любому они нам понадобятся, эти вазы. У нас есть еще дед, и воробушкой надо прибить. Да блин, Ика не хочет даваться мне. Давать не камни, точнее. Вот он, камушек. Есть. Дед, скорее всего... Подвал ушел, допустим. А баба вот она. Бум. Бум. Поешь. Тебе полезно. Деду есть-то надо. Вот дуй ты, дед. Это не сломанный мод, поэтому это идеально. Бум. Бум.
Хотя наш дед здесь не заспавнил. Конечно, там база будет. Базу достать. А никак. Поиграли на пианино и поиграем. Ага, ружье. Чье ружье? Мое ружье. Ружье это очень полезно. А есть камушек. Точнее, кусок книги. Вон там бабуля. Пфу, хочу и сделать. Ну а смысла не будет. Как потом потрачу. Бабуле встретить желательно ей. Бум. Я не понимаю, как это работает. Все шикарно. Осталось это. Воробушка прибить можно. Воробушек, здорово. Это ворон на меня что ли так? Вдвоем. И деду вернуть ружье желательно. Если у деда будет ружье, для него ворачиваться в подвале будет изично. Бабка где клетки гоняет, фига.
Да что это? Планка, и это нужно, это 100%. Ой, все, значит цвет какой-то фигня будет. Шалом мне, так я понял, не нужен. Все тут лежит. А я правильно думал, что тут еще один патрон? А, тут еще один патрон лежит. Я бы сказал, это шикарно. Давайте сразу откроем. Не знаю. Все может произойти. Так. То есть получается, вас нам были не нужны. Угу. Что тут все предметы лежат. Он дед, кстати. И бабуля, кстати, не пришла. Приколы. Бабуль, давай иди. О, пришла. Ну, знаете, как сделаем? Вот так вот. Давай. Долго. Ух ты. И в подвал главное. Дед схватил свое ружье, но это логично. Экслеватор. Угу. Идеально. У нас выбора нет, поздравляю. Значит, хоть у нас какой-то выбор был. Отлично. Я вообще успею. Это шикарно. Я все успеваю. С частями книжки сбежать тоже успеваю. О, бабуля. Бабуля, бабуля, давай покидывай.
Мне вазы даже не нужны оказались. Не нужны вазы. Дедушка не ожидает, что сзади него откроются ворота и час бежит. Эх, дедуля. Пока, неудачник. Я сбегаю. Дед такой в трусах, блин, на них стоит. Красава. Хороший мод, мне понравился. The end.